сегодня у нас очередной день, нас ждет не менее интересные приключения. Но каждое мое утро начинается с одного и того же ритуала. Я иду к Юле, представительнице Гран-при and Health Spa клуба, чтобы она сделала меня красивой. Идемте. Привет! Доброе утро! Как ты выспалась сегодня? Спасибо, заждалась. Проходи. Ну, пошли, идем. Так, проходи, присаживайся. Окей. И рассказывай о своих планах на сегодня. Так, сегодня у нас не менее интересная задача. У нас два места, причем они, ну, как бы не очень похожи друг на друга. Первое – это озеро в Кварели, а вторая у нас встреча с губернатором где-то после обеда. Поэтому нам, ну, как бы нужно выглядеть вроде бы и просто, удобно, комфортно, но в то же время, чтобы это можно было трансформировать вот в такую деловую встречу. А, хорошо, задача я поняла. Мы сделаем тебе медовый макияж, немного яркий, да, так как это будет солнце, это будет озеро, вот. А к вечеру мы тебе его немного сделаем ярче для того, чтобы на встрече с губернатором ты выглядела более ярко, ну, более красиво, да, чтобы ты у нас была самой-самой. Волосы мы тебе сегодня соберем, я думаю, это будет свободная такая пушистая косичка, да, чтобы это было как бы и удобно тебе, да, потому что весь день находишься на улице, и чтобы это было потом более официально. Угу. Ну, так, давай так начнем. Ну, все, тогда давай начинать. На въезде в город Сигнаги открывается шикарнейший вид. Тут и виноградники, и горы, и Великая Грузинская Стена. Кстати, вторая по величине в мире после китайской. Красота куда ни посмотри. И вот мы наконец добрались до сердца города Сигнаги. Мы на центральной площади, где вот городская ратуша. И сейчас мы встретимся наконец-то с мэром этого города, пообщаемся, спросим вообще, как тут люди живут. Идем? Здравствуйте, мы очень рады приехать в ваш прекрасный городок. Расскажите, чем он живет, чем тут люди в основном занимаются? Да, здрасте, я с удовольствием расскажу про это, что у нас туристический город и сельскохозяйственный. И наши доходы идут от этого, от сельскохозяйственного и из туризма. Так что мы очень рады, что вы приехали сюда и посетили наш город. Пойду посмотрю, что у них тут можно на рынке прикупить. Восточный регион Кахети очень славится своими изделиями из овчины, потому что у них тут, естественно, бегает много всяких овечек. Вот, и из шерсти овец они делают очень много всяких интересных штуковин. Вот, например, как такие тапочки для дома. По-моему, ничего не называются или как-то так. Ботики. Ага, ботики. А, вот, тут даже есть для маленьких деток, видите, а вы их сами вяжете вообще, да? Это навольно, да. Представляете, вообще с ума сойти. А сколько вы тратите времени, чтобы, например, связать такие вот... Сиду и сельдя здесь вяжу, дома делаю, утром рано. Ничего себе. Да. Так, а давайте что-то примерим, например. Вот мне очень нравятся, знаете, грузинские такие традиционные головные уборы. Как они называются? У вас вот типа шляпы такие? Папахи. Папахи. А можно у вас одну такую померить? Можно. Есть у вас? Сейчас будет трюк. Так. А как ее правильно? Просто... Прямо надевай. Класс. Так, мне кажется, мы можем начинать нашу программу вести на грузинском. А она тоже, да, из овчины, из шерсти? Главное, не замерзнете никогда с таким головным убором.
Еще мы можем наблюдать тут массу всяких вот подделок таких тоже. Все хендмейд, ребята. Вообще приезжайте сюда и закупайте все, что угодно. Майки даже из овчины, вы представляете? Вот всякие куча куколок таких. У меня, кстати, подружки собирают такие. Можно взять себе парочку? Ой. Ну, любимое дело мое – это шопинг, естественно, можем еще познакомиться с местными специями. Глаза разбегаются. На таких базарах можно найти все, что угодно. Основные специи, естественно, тмин, хмели сунели, базилик, тархун, мята, порей и многое другое. А сколько фруктов тут, орехов, сувениров. Мое любимое – это рог, потому что, значит, есть такая одна... Ну, наверное, не только грузинская традиция, да, но когда ты в рог наливаешь вино, и ты должен выпить его до конца, потому что, ну, неудобно его поставить, хотя тут есть такая, ну, как бы подставочка, лайфхак такой, да, но по традиции собираются много людей за столом, и, значит, глава стола пьет из этого рога, и должен допить вино до конца. Приятно, что вся эта красота стоит абсолютно недорого. Например, вот такой ковер в 2,5 метра длиной вам обойдется примерно в $20. Всего за 40 лари можно купить себе такой ковер, самолет и улететь. 2,5 метра. И улететь далеко, куда хотите, хоть на Казбеке. На ситуации всегда пей винишко в Грузии. Вот, и сейчас мы приехали в целый винный дом Кинзмараули, поэтому идем выберем какой-нибудь вина себе. Дужуривалы. Ну, наверное, это какая-нибудь долина Дужури, где протекает речка, и все собирают виноград. Вот, это вино, по-моему, более десертное, крепленое такое. А вот это Кинзмараули, это их фирменное вино. Они называются у себя прям целой корпорацией вина. Корпорация вина. Мы выбрали, в общем, самую красивую бутылку вина. И не одну. Давайте, помогайте мне, потому что все. Ой, боже мой, сама не утащу. Ну, настроение поднимается.